Добрый день. Сегодня 10 мая 2018 года. Мы продолжаем рекламировать город Хариш и квартиры в этом городе. Как вы видите, за этот год город очень сильно вырос. Вот у нас появилось очень много жильцов в этом городе, жителей этого города. Вот видите, машины ездят уже. То есть за этот год город очень сильно вырос. Эти районы еще год назад только-только этот район, скажем так, эту улицу начали только заселять. И сейчас вот уже все дома, которые вы тут видите, они уже все заселены. Сейчас заселяются вот дома с этой стороны. Вот такие красивые. Тут получается 6-6-этажный дом. Рядом с этим домом строится магазин. Тут будет или супер, или маленькие магазинчики. Также тут есть автобусные остановки. Сейчас мы пройдем, посмотрим квартиру. Этот дом сдали только несколько дней назад. Тут 4-комнатная квартира есть на продажу за 1 100 000. В квартире есть балкон, бетахон, личная стоянка, и в квартире на нулевом этаже есть еще кладовая комната. Сейчас мы пройдем, посмотрим эту квартиру. Лифт пока тут не работает, из-за этого мы пройдем пешком. Квартира находится на первом этаже. Значит, вот вы видите, еще облицованы входные двери. То есть только-только получили квартиры, еще их. Вот, значит, это салон. Такой большой салон. Это балкон. Из квартиры есть маленький вид. Вот вы видите вид, и стоит дом, и также стоянки мы видим. Вот видите, что дома только-только сдали, а уже заселен проект. Заселение идет очень быстро у нас в нашем городе в последнее время, особенно сейчас лето. Ближе к лету, ближе к окончанию учебного года у нас очень быстро идет заселение. Люди в это время обычно переезжают. Или снимают, или покупают. Вот вы видите кухню. Вот такая кухня. Шкафы верхний и нижний ряд. Есть место под холодильник. Под большой, при том, холодильник можно поставить. Под посудомоечную машину или стиральную. И тут газовая плита и духовка. Также можно поставить колет. Это место под кухонный стол. Также есть все приспособления для интернета. Вот вы видите, уже все готово. Вся проводка у нас в проекте встроенная, то есть под телефон. Вот так, также и под интернет, телефон, под телевизор все встроено. Вот мы тут видим, это технический балкон, это для стиральной машины и сушильной машины. Также очень большое место под вешать белье. Вот вы видите, очень большое место. Это у нас солнечный электрический бойлер. В квартире также присутствует. Тут мы видим ванная комната с туалетом. Вот тут есть проводка под кондиционер. Кондиционеры примерно поставить стоит от
15 до 20 тысяч, в зависимости, какой кондиционер вы хотите поставить. Это комната Битахон. Видите, она тоже не маленькая, очень большая, с большим окном и очень удобно расположена. Это у нас противогаз, так скажем. Раньше у нас противогазы одевали на каждого человека отдельно, сейчас у нас это все централизовано. Это комната родителей. Тоже вы видите, она очень большая. Также тут есть все проводки под телефон. Тут можно повесить телевизор. И также тут есть вид, опять маленький такой. И идет эта душевая комната вместе с туалетом. Вот так это выглядит все. Это у нас вторая комната и третья спальня. Сейчас мы откроем окно. То есть вы видите, комнаты все просторные, большие. Вот так. И большие просторные комнаты. То есть очень хорошая квартира, большая квартира. Квартира примерно 100 квадратных метров. Вот, пожалуйста, приезжайте, покупайте. Наши телефоны 05353, компания «Экохаус». Мы ждем вас. До свидания.